Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область увеличит объем экспорта в Казахстан. Договориться об этом удалось на Петербургском международном экономическом форуме, где сейчас работает делегация нашего региона. Казахстан и сейчас один из крупнейших торгово-экономических партнеров Кировской области и занимает второе место по объему экспорта после Республики Беларусь. Свыше 200 кировских предприятий отправляют в эту страну свою продукцию. Это древесина и изделия из нее, электромашины и оборудование, алюминий, готовые продукты из лаков, муки, крахмала, изделия из черных металлов, обувь. При этом Казахстан готов увеличивать объемы товаров, закупаемых в Кирове. Сейчас у предприятий республики есть потребность в малотоннажной химии, детских игрушках, продуктах питания. Предприятия Кировской области также готовы поставлять семена, племенной скот, сельхозтехнику и оборудование. Программа «Экономика». Муниципальный долг Кирова за год снизился на 11%. Об этом рассказал глава администрации Дмитрий Осипов, который накануне отчитывался перед депутатами Гордумы о работе мэрии за 2021 год. По словам чиновника, с 2019 года долг снизился почти на 300 миллионов рублей. При этом только за 2021 на 170 миллионов. Снижение составило 11%. Средний показатель по ПФО 6%. При этом в таких городах, как Пенза, Чебоксары, Саранск, Ульяновск, наблюдался рост муниципального долга на суммы от 300 до 900 миллионов рублей, привел сравнение Осипов. Уровень долговой нагрузки составляет сейчас 32% к собственным доходам. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Экономика на 101 FM. Компьютеры и стройматериалы в кировских магазинах дешевеют. Те товары, цены на которые в последние месяцы очень резко выросли, начали становиться чуть доступнее. Об этом свидетельствуют данные Кировстата. Его специалисты отмечают, что в целом впервые с начала года было зафиксировано падение цен. Индекс составил 99,7%, то есть падение 0,3% по сравнению с апрелем. Продукты стали дешевле на 0,5%. Самое значительное падение на яйца – 20%. Кофе стал стоить на 6% дешевле. В прошлом месяце этот напиток, наоборот, показывал большой рост. Соль стала дешевле на 7%, сахар на 6,5%, макароны на 4%. Произошло падение и в категории непродовольственных товаров. Существенно снизились цены на ноутбуки и компьютеры на 9%, на ткани на 5-6%, подешевели и строительные, и отделочные материалы. Металлочерепица, например, стала стоить дешевле на 12%, линолеум на 4%. Продолжилось падение цен на бензин. А вот большинство парфюмерно-косметических средств подорожали. Также в связи с началом летнего сезона дороже стал стоить проезд в междугородних автобусах, поездах и перелеты. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 56 рублей 87 копеек, евро 58 рублей 96 копеек. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.